приветствовали нового архиерея, обсудили мероприятие грядущего юбилея епархии. В Новосибирске прошло заседание архиерейского совета митрополии. В епархиальном управлении под председательством митрополита Новосибирского и Бердского Никодима состоялось заседание архиерейского совета Новосибирской митрополии. Приветствую вас, дорогие владыки, на нашем архиерейском совете Новосибирской митрополии. Сегодня мы собираемся с вами наконец-то в полном составе, ибо у нас теперь появился новый архиерей, епископ Каинский и Барабинский Владимир. Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся жизнедеятельности епархии. Особое внимание было уделено обсуждению мер по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и празднованию собора в честь святых Новосибирской митрополии. Также был рассмотрен план юбилейных мероприятий. В этом году Новосибирской епархии исполняется 100 лет. Юбилейной дате будут посвящены культурно-просветительские, образовательные и социально-благотворительные проекты.